Четверть века прошло, как молодые белорусские солдаты вернулись на родину из Афганистана, но воспоминания их живы до сих пор. Сегодня, как и каждый год, руководство области встретилось с ветеранами афганской войны. И не только для того, чтобы почтить память павших солдат, но и для того, чтобы обсудить проблемные вопросы. Ведь все приглашенные ветераны – руководители и члены общественных, областных и районных организаций. И сегодня мы будем вспоминать тех, кто не вернулся с этой кровопролитной войны. Мы будем чествовать героев афганской войны. Мы им благодарны за то, что они принимают активное участие в военно-патриотическом воспитании нашей молодежи. Они всегда принимают активное участие во всех общественно-политических кампаниях, которые проводятся в области. Поэтому я думаю, что мы сегодня обменяемся впечатлениями, узнаем, какие есть проблемы у воинов-афганцев и постараемся их решить. Легкий оттенок грусти на лице. Вспоминать о погибших товарищах нелегко. За 9 лет войны на чужой земле погибло 723 белорусских солдата. 71 из них – наши земляки. Приглашение на встречу с исполнительной властью афганцы всегда принимают с трепетом и волнением. Приезжают со всех районов Гродненской области. Во-первых, это накануне Дня памяти. И приятно то, что, скажем так, ежегодно нас помнят, и это, скажем так, сохраняет преемственность и на более, скажем, низких уровнях по вертикали власти, и на областном, соответственно, на районных уровнях проводятся мероприятия, и у нас в районе то же самое, потом осуществляется прием нашим председателям райисполкома, где решаются вопросы различного плана, и, скажем так, что довольно-таки успешно. Сегодняшний прием позволил ветеранам афганской войны встретиться и пообщаться друг с другом. Какими бы тяжелыми ни были воспоминания, они объединяют. Исходя из того, что теперь очень много средств массовой информации, которые и вообще коммуникативных средств, интернет у нас есть, уже наши ребята начинают осваивать его более активно, поэтому в Одноклассниках, там и в других соцсетях приятно общаться, находить. И иногда там такие, скажем, эмоции, прям, что экраны, может быть, взрываются от того, как на другом конце провода реагируют ребята, когда находят друг друга. Многие из присутствующих на встрече состоят в Белорусском союзе ветеранов войны в Афганистане. Его главная задача – помогать нуждающимся афганцам, сотрудничать с властями. В нашей области взаимопонимание между руководством и афганским движением есть. И сегодняшняя встреча тому подтверждение. Вероника Цыганок, Сергей Пещерица, Новости Гродно+.